Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет и дальше бороться за отход от политики изоляции в отношении России. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на «Голос Америки». По его словам, новая политика должна называться стратегическим диалогом. В частности, на Мюнхенской конференции государственный лидер объяснил, что поддержка сегодняшней ситуации в отношениях с Кремлем – наихудший вариант. Впрочем, Макрон добавил, что не считает нужным срочно отменять санкции, которые введены за аннексию украинского Крыма и вторжение на Донбасс. Он лишь добавил, что такое давление не сработал, а также наносит вред европейцам. Президент Франции рассказал, что считает нужным сохранять скептицизм и действовать жестче, чтобы наши красные линии были твердыми. Другой момент заключается в большей требовательности и отсутствии уступок. Интересно, что переговоры нормандского формата в Париже 9 декабря Макрон также назвал собственным достижением. Он считает это успешным примером своей политики в отношении Москвы. Как сообщал online.ua, новая встреча лидеров стран нормандской четверки может не состояться 7 апреля. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что переговоры пройдут обязательно, но, вероятно, позже договоренностей.